Привет. Да, потихоньку едем. А? Я бы особо, ну, прям не возлагал бы все надежды на это, чтобы потом сильно не расстроиться. Тульская область. Московскую область проехали. Едем в Тульскую область. Завтра подтвердить, и выехать нам придется в пятницу. Нет, я не могу так на сайте написать новый катализатор в обмен на ваш старый.
Мне там на сайте нужно будет написать установка, но замена старого катализатора на новый 8000 рублей от 8000 рублей. Или просто 8000 рублей. Потому что вот это от всегда настораживает. Типа позвонишь, и тебе там, ну ты уже знаешь, что ты будешь звонить, и тебе скажут не 8, а 30. А с ней до 12 подождите. Да, надо брать ток. Ну а ты уверен, что до 12? Ну вот, к примеру, я не знаю, давай возьмем самый дорогой вариант. Вот какой-нибудь там А8, например. Не, А8 не пойдет. Не прокатит это? Прокатит, наверное, УАЗовские какие-нибудь. Ну, там цена совсем другая. Да, 150. 150? Да. Красивый. Если только 120, одна банка стоит. Ну, да нет. Снять, поставить. УАЗовский? Какой в А8 ставить? УАЗовский. Ну, может, пятерку стоит, наверное. Это да. Но сама работа тяжелая. За работу так, ну, и так возьмут. Два каталика по десятке. И работа тридцатка. Я прям говорим про А8, я вспоминаю этот болт. Я даже помню эту картину, что он там есть, но его не видно ни хрена. Не подлезть ничего. На точку, как не подлезть. Но колето пустой снимаешь и за мотором залазишь. Таск устройство не заслон, вообще понял. Кадима менялся, патрик, помнишь? Я понял, что вот таким образом можно залезть на болт. Без опускания движка. С опусканием движка тоже. Но открутить как? Вытащить, да, чтобы тебя вытащить, тебе в любом случае мотор опускать надо. Да, оно же не пролазит. Да. Но открутить самая главная проблема.
этот будет, изменения с 4 августа. Как вообще все это работать будет? Да, пришли. Да. Будем просто по бане доплачивать вот это объявление, которое постоянно по натуре покажет себя. Как? По бане? Прям Bad Max. И оно будет всегда в топе, и никто, конкурентов нет в этой сфере. А ты на все 100% уверен, что это сработает? Мне кажется, да. Очень много правильных людей, теолог и так далее, которые... Я не про это, я про то, что будет работать базовский каталик какой-нибудь там. Абсолютно уверен. Просто... Понимаешь, мозги ВАЗа, которых там нету, заточены под одну хрень. Под одни показатели. Они такие, на таких же датчиках, и точно так же они рассчитаны на евро 5. ВАЗа? ВАЗа, конечно. Они же могут, они же хотят экспортировать свое говно за границу. Там экологические нормы, да? Они же это экспортируют. Куда? Где-нибудь, где Евро 5 не поддерживают, на Кубу. Есть там Евро 5, реально. Что там будет работать? Ты видел, что у нас вот здесь, вот между фарой и капотом, пассажир едет с нами? Правда, уже труп, да? Кузнечик застрял там. Мазда трешка, у него показывает.
стоимость замены катализатора там, катализатор на катализатор там 10 000 рублей, катализатор на пламя-гаситель 6 000 рублей, просто удалить катализатор там 3 000 рублей. Вот такую вот фигню мы можем сделать. Это огромный объем работы, но если это будет сделано, это будет прям супер для сайта. Для этого нужно создать список машин сначала. И потом мы к этому списку машин добавим стоимость. Это вообще не проблема создать список машин. Мы цены просто выделяем. А нужно ли для этого еще указывать, знаешь, что вот смотри, вот марка, модель и, допустим, объем. Вот есть же там просто 1.6, 1.6 турбо там будет, ну вот такой вот. Ну, надо будет указывать, конечно. Да? Чтобы он думал, что ему все подобно на параметры. Свободного появится.
вытащили, вставили, заварили. Свободен. Реально, ни обманок, ни прошивок. Thank you.
блядь, я думаю, нам не нужны коллектора. Чтобы на обмен делать нужны? А? Чтобы на обмен делать быстро нужны? Ну, не делать на обмен быстро. А как по-другому? Ну, ты представляешь, к нам каждый раз будут приезжать разные машины. 100 моделей, это мы 100 коллекторов должны у себя где-то держать. Почему 100 коллекторов? Начнем... Я понимаю, нет, оно со временем накопится, такое количество. Вот там приезжают, ну, зачастую разные машины. А если человек еще скажет, что, блин, я хочу вот свой коллектор установить, не чей-то там бушный, да, потому что он там, не знаю, его машине там 2 года, а у нас там коллектор от машины там 5-летний. Надо было умудриться.
сейчас, давайте позже, хорошо? Давайте через пару часов. Угу. Ренессанс что-то страховали? Ой, почти не страховали. По поводу страховки на Лансер. Вот за Шкоды можно было прям фигачить. За Шкоды можно было прям 160, нифига себе. Что, нет, вставлять надо.